Приветствую вас, уважаемые подписчики, рад снова видеть на своем канале Relevant SEO. Сегодня мы поговорим об одном очень интересном и перспективном проекте под названием LikeCoin. Вообще идея проекта в чем заключается? LikeCoin — это новое воплощение лайков, призванное стать, грубо говоря, вознаграждением за определенное творчество. То есть, грубо говоря, вы автор, создаете какую-то, например, классную фотографию, крутой контент, и благодаря совершенно новой кнопке «Нравится», то есть лайк, который они вот проект совершенствует, и уникальному алгоритму LikeRank, проект LikeCoin отслеживает все публикации контента и вознаграждает его авторов посредством механизма оценки творчества Proof of Creativity, или, грубо говоря, POTS. В двух чертах проект именно имеет такое представление. То есть LikeCoin — это, грубо говоря, вознаграждение за ваши качественные фотографии, которые набирают много лайков. А учитывая, что сейчас все именно, грубо говоря, так помешаны на лайках, грубо говоря, Instagram и различные соцсети, то это очень интересный такой и перспективный проект, который может основательно так войти в массы. Давайте также поговорим о публичной распродаже токенов. Она идет в настоящий момент и закончится через 2 дня и 19 часов. То есть после просмотра видео у вас еще будет достаточно времени, чтобы рассмотреть ее вариации инвестиций в этот проект. Ну, я думаю, инвестировать в этот проект, несомненно, нужно. На данный момент собрано уже более 175%, то есть софткап проекта 4200 эфириумов собран, более чем в 2 раза. Так что здесь в плане выхода на биржу, в плане дальнейшего развития проекта никаких проблем быть не может. А для того, чтобы инвестировать в этот проект, необходимо нажать «Принять участие». После этого у вас открывается окно вот такое. Здесь то есть видите полную информацию по текущим сборам. 7358 эфириумов из 12600. И здесь вам предлагается создать идентификатор LikeCoin. А что это такое? То есть также здесь желательно установить MetaMask. То есть нажимаете «Готово установлено». После этого у вас перепроверяется. То есть у меня сейчас я MetaMask не установил. А здесь для работы вам требуется именно MetaMask. То есть если у вас не установлено, нажимаете также MetaMask. У вас открывается отдельное окно. И скачивать его. Но сразу скажу, что я пока устанавливать его не буду. Для чего это нужно? Здесь создается счет, то есть создаете идентификатор LikeCoin, то есть адрес кошелька, адрес электронной почты и идентификатор рекламодатель, то есть вашего реферера, который, грубо говоря, пригласил вас сюда. Далее подтверждаете данные, подтверждаете email, и у вас открывается личный кабинет, в котором вы уже можете приступать непосредственно к инвестициям в данный проект. Помимо этого, здесь также представлено определенное меню, где вы можете посмотреть также отдельную информацию по брошюре. Брошюра — это, то есть, white paper, one pager, но о них мы поговорим чуть позднее. Здесь также предлагается принять участие в распродаже токенов, ну и посмотреть, грубо говоря, новости в СМИ. Ну, то есть, что СМИ пишут об этом проекте. Также здесь представлены социальные сети, то есть Twitter, Medium, Bitcoin Talk, GitHub, Twitter, YouTube и Facebook. То есть каждый из них вы можете перейти и ознакомиться с данным проектом. Например, перейдем в Twitter, посмотрим, что из себя представляет Twitter аккаунт. Видите, здесь можно даже на него сразу же подписаться, чтобы быть в курсе всех новостей. Здесь Twitter аккаунт, как мы видим, достаточно активный. Новости выходят достаточно активно, то есть в день может быть более 3 новостей, что говорит о том, что над проектом работают, проект развивают. Ну и помимо этого, также здесь информация по самому токену, по распродаже токенов, но о ней мы поговорим чуть позже, когда я буду разбирать более подробно white paper, one pager и так далее. Ну и сразу же также хочу здесь посоветовать вам посмотреть видео, то есть в этом видео именно говорится то, как этот проект будет работать. То есть, как он устроен, грубо говоря, здесь видите, социальные сети представлены, то есть человек пользуется ими, а в них, грубо говоря, получает лайки,
система Litecoin это все оценивает, ну и за это, грубо говоря, выплачивает токены Litecoin. Ну, такая простая система, о ней мы поговорим чуть позже, когда будем говорить о white paper. А на этом все, данная часть обзора закончена. Спасибо за внимание, ждите новую часть обзора и до новых встреч.